В этот раз наша съемочная группа отправилась на ловлю форели. Сумасшедшая рыба. Рыбалка на форель – это захватывающий поединок между интеллектом сильной и красивой рыбы и мастерством рыболова. Место, где проходит ловля форели, называется «Белые камни». Это коммерческий водоем, где любители ловли форели собираются со всей Украины. Наша съемочная группа прибыла на озеро рано утром. Именно в это время суток рыба наиболее голодна. Наброс, неспешная проводка. Форель очень активна. Она видит приманку издалека. Все резонансные ракетки заставляют ее хватать эту приманку, потому что приводится она голодной, чтобы рыба меньше покупала при перевозке. Поэтому форель хватает приманку очень сильно. Оп! Есть! Да! Сумасшедшая рыба!